Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер Видео с Анной СМИ. И хочу поделиться с вами радостной новостью. В финале теннисного турнира Кубка Большого Шлема 2021 года, открытый чемпионат США, US Open, в финале встречались Даниил Медведев и Новак Джокович. И победил наш спортсмен, победил Даниил Медведев в трех сетах. Могу сказать, что три сета в мужском теннисе – это большая редкость. Обычно бьются долго и упорно в пятисетовых матчах, по 4, по 5 часов, еще и брейкпоинт. Здесь, конечно, игра была просто потрясающая со стороны Даниила Медведева. И один из известных теннисистов, Род Лейвер, так охарактеризовал его игру. Потрясающий Медведев, вы остановили одного из величайших теннисистов. Новак Джокович, конечно, очень достойный спортсмен, достойный конкурент, 20-кратный обладатель Кубка Большого Шлема. Играет очень классно, мастерски, и, конечно, он был очень и остается сильным соперником. Уже три раза в финале встречались Даниил Медведев и Новак Джокович, и два раза Даниил проигрывал. Это было в прошлом году, в 2019 году, на Кубке Большого Шлема, тоже на открытом чемпионате Америки. И открытый чемпионат Австралии в Мельбурне. Также встретились в финале Даниил и Новак Джокович. И тоже Даниил проиграл. Но здесь, конечно, он был просто потрясающим. 25-летний спортсмен. Рост 1,98 м. Техничный. Красиво играет, выносливый, великолепная концентрация, но при этом очень симпатичный, открытый молодой человек, который любит играть в теннис. Он считает, что это его работа, это его увлечение. Конечно, высокая мотивация ведет его вперед. И хочу всем предложить очень интересное интервью на канале YouTube, где Даниил Медведев дает интервью после финала US Open о Джоковиче, о трибунах и о планах на вечер. Посмотрите это интервью, это вам даст представление о том, какой человек Даниил Медведев. В общем, хороший, открытый парень. И с классными данными, техническими, спортивными. Пожелаем ему удачи, чтобы это была не последняя его победа. И чтобы он продолжил выигрывать на турнирах, на теннисных турнирах. А с вами была Анна СМИ на канале Питер Видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк. Напишите, пожалуйста, в комментариях, любите ли вы теннис, смотрите ли вы теннисные турниры, интересна ли вам эта игра. Всего хорошего, отличного настроения и рабочей недели. До новых встреч. Всем пока.